Потом. Ну вот смотри, давайте вот о чем поговорим. Я Да. к чему все это веду вопрос. Вот чтобы абитуриенты не волновались, да, чтобы они там не сходили с ума от подготовки к экзаменам, там, да, от волнения вот этого. Вспомните какой-нибудь случай из вашего поступления, какой-нибудь памятный такой, комичный, может быть, да, смешной, может быть, поучительный. Вот. Но такой вот, чтобы можно было посоветовать, как себя вести, да, абитуриентам, поступающим, да, на экзаменах. Вот. Ну, люди же в разные поступают. Поступают и в технические вузы, и в гуманитарные, поступают и в профессиональные такие, да, учебные заведения, вот, как ваши, да, ну, условно. Ну, чтобы они не волновались или что? Да, вот вспомните какой-нибудь случай из вашей практики, вот при поступлении, было что-то такое комичное или поучительное, когда, ну, что-то из ряда вон выходящее такое. Вот. Просто то, куда я поступал 3 раза. После 8-го, после 9-го и после 10-го класса. И меня запомнила, дай бог здоровья, преподаватель этого учебного заведения. Она говорит, это вы приходили позапрошлый раз, год. Я говорю, да. Она говорит, ну надо же, какой вы настойчивый. А как раз уже закончился набор. Как я так мог упустить? Как он так закончился? Она говорит, ну хорошо, что она меня запомнила. Она говорит, ну вы поднимайтесь на там второй этаж, как вот подниметесь, сразу дверь. Я помню, это было такое страшное время, момент в жизни. Дверь сталинская огромная, она такого красного дерева, настоящая сталинская дверь со сталинской ручкой. И она какая-то была такая символическая, что мне казалось, что сейчас я открою эту дверь, а вдруг эта дверь не туда, куда я хотел попасть или должен был попасть. А вдруг я не туда пришел. Ведь вот сейчас открою я эту дверь. Может, это ошибка, что я пришел туда? Может быть, это вообще не мое место? Это, может быть, раз уж я уже столько раз не попал сюда, значит, наверное, не надо сюда. И, в общем, столько у меня вся жизнь прошла перед моими глазами, пока я все-таки ее не открыл. И перешел порог. Вот. Как будто я в какое-то другое измерение сейчас. Всего лишь навсего открыть дверь и перейти порог. Нет, это не всего лишь навсего. Это такое было решающее что-то. Мы просто воспитывали в советское время, но у нас очень все глобально. Каждый шаг обдумай. И всегда ответственность. Сейчас другое время. Другие ценности. Вот сейчас. Да не возьми они меня туда. Да как хорошо-то. Я сейчас вообще по-другому все это смотрю. Ну, не примите вы меня туда. Так, наверное, я бы был бы, наверное, самым счастливым человеком, если бы меня не взяли туда. Потому что я прошел, да это вообще не дай бог никому. Сейчас вообще надо по-другому на это смотрю. И люди сейчас тоже другое поколение, на это по-другому смотрят. Ну не возьми меня там, Светлана Анатольевна, там не скажи ей, поднимись туда, там другому бы человеку так. Она бы сказала, да пошла ты. И ушла бы, там, например, да, это ученица. Они сейчас так вот. У них сейчас другие ценности. Потому что ей вечером в клуб идти надо. А еще собраться надо. Там много всего, прическу сделать, там мейкап, тут как подумаешь, какие-то экзамены. Ну, не взяли, не взяли, не пошла, не пошла, все, до свидания. Не моя судьба, значит. Сейчас они проще к этому относятся. Может быть, так и надо. Ну, зачем доводить себя до инфаркта? Ну, зачем? Ну, зачем вот эти крайности? Не сдала экзамены, спрыгнула с 5-го этажа. Ну, еще чего? Так это круто, что ты не сдала эти экзамены, значит, это не твое. Значит, надо искать новое, что-то какое-то решение. Значит, вот это не твоя судьба. Намного легче надо относиться ко всему. Мы поехали, первый раз нас вывезли
в какую-то страну, я не помню. А ну попробуй тогда, не привези награду. Ты ж просто будешь невыездной всю свою жизнь. Как это? Советская страна, и ты не победил. Ты же защищаешь честь страны. Какая ответственность? Собеседование одно, собеседование второе, собеседование третье. Сколько подводных течений, сколько людей тебя сопровождает, которые... Зачем они туда едут? Они зачем туда едут? Мешать. Нет, сейчас намного проще. Поэтому я считаю, надо относиться легче. Понимаете, вот мало жить в это время. Надо жить во времени и быть во времени. Мало находиться с нами рядом. Надо жить в этом времени, быть во времени, быть нужным. Чтобы быть нужным, надо быть личностью. Чтобы быть личностью, надо расти. Тут все. Почему, когда мое интервью где-то, любят меня, не любят, вот они ведь кнопку не переключают. Но ты так меня не любишь. А что ты смотришь на экран и аж не моргаешь? Стоишь, сидишь и слушаешь, да? Значит, интересно. А мне... Чтоб меня заставить слушать чье-то интервью, да упаси Господи, чтоб я эти мемуары читал прошлых лет какой-то артистки на пенсии, чего это? Это надо сколько меня уговаривать, чтоб я это, ну в лучшем случае, зачитают мне какой-нибудь монолог, но только чтоб это не я, чур-чур меня.